система быстрого заработка неограниченных финансовых средств. BrokMLM – это современная финансовая система, легальный генератор денег, автономный и безопасный проект с уникальным математическим алгоритмом работы. Посмотрев это видео, вы узнаете секрет быстрого заработка больших денег простым и доступным способом. Внимание! Предлагаемый способ подойдет не для каждого, так как связан со свободным типом мышления, не обремененным стереотипами и догадками. На протяжении всего видео вам будет предлагаться сделать выбор, принять принцип заработка и заработать, или отказаться от предложенного способа и оставить все как есть. Система не обязана помочь именно вам, но она обязательно поможет тем, кто готов принять правила ее игры. Да, это проверенная временем финансовая структура. Да, это сетевая схема роста и прибыли. Да, это MLM. Если упоминание слова MLM вызывает у вас стереотипное отвращение, если вы уже заранее знаете, о чем пойдет речь, и уже заранее знаете, что вам это не подойдет, закройте это видео прямо сейчас, не тратьте свое драгоценное время. Но если вы действительно хотите получить большую сумму денег, если вы устали от постоянной денежной нужды и жизни от зарплаты до зарплаты, если вы действительно хотите и готовы к большим деньгам, но просто не знаете способа, как их получить, BrokMLM навсегда изменит вашу жизнь. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете главный секрет получения больших денег. Система смоделирована на самом простом и гениальном математическом принципе – геометрической прогрессии. BrokMLM – это проект по купле-продаже авторских электронных ключей. Продукт проекта нематериален, участники покупают и продают информацию. Так как сеть растет с четырехкратным множителем, путем приглашений и вступлений, система автоматически обеспечивает всех участников заказами на электронные ключи. Имея всего 4 партнера первого уровня, система BrokMLM автоматически выстраивает четырехуровневую сеть из 340 человек. Все эти участники приобретают электронные ключи. Будьте внимательны, сейчас вы получите информацию, которая способна изменить вашу жизнь. Специальная программа BrokMLM Contact предназначена для построения четырехуровневой сети. Заработок обеспечивается продажей электронных ключей. Программа является простой утилитой, не требует настройки и установки, элементарно в использовании, занимает всего 228 килобайт дискового пространства. На конкретном примере посмотрим, как программа строит сеть, сколько и как быстро с ее помощью можете заработать именно вы. Купив за 400 рублей стартовый пакет BrokMLM вместе с сопровождающими файлами и материалами, вы получаете программу BrokMLM Contact и электронный ключ. На первом уровне доступны генерации и продажи 4 ключей K1. На поиск 4 участников уходит не более 4 дней. Для расчета прибыли мы применим средний исходный параметр. Каждый участник продает один ключ K1 за один день. Электронный ключ создается после получения оплаты. Для создания ключа K1 необходимо внести контактные данные нового участника и нажать на кнопку «Создать». Ключ K1 готов. Вместе с программой и сопровождающими материалами его отправляют новому участнику проекта. Через 4 дня доход с продаж ключей K1 составит 1600 рублей. После продажи 4 ключей программа заблокирует их создание и попросит активировать второй уровень, предоставив контакты продавца ключа K2. Для покупки K2 необходимо связаться с продавцом следующего уровня, сообщив собственный ID-номер. Стоимость K2 – 800 рублей. Взаиморасчет между участниками возможен любым удобным способом. Из имеющихся 1600 рублей вы инвестируете 800 для покупки ключа K2. Активировав второй уровень, вы получаете возможность неограниченной продажи ключа K1, а также возможность создания 8 ключей K2. Вернемся к 4 партнерам, которым был продан ключ K1. Каждый из них аналогично найдет по 4 партнера в своей сети. Через 4 дня количество партнеров второго уровня составит 16 человек. Именно для этих участников вы и будете продавцом ключа K2. Именно здесь будут отображаться ваши контактные данные, и только ваша программа сможет сгенерировать для них ключ K2. Через 4 дня у 16 участников заблокируется программа, и вы получите 16 заявок на покупку ключа K2. На втором уровне доступно создание только 8 ключей. Прибыль от их продажи составит 6400 рублей. Сумма всего дохода – 7200 рублей. Из имеющегося бюджета вычитается стоимость ключа K3, которая составляет 3200 рублей. Третий уровень позволяет создавать ключи K2 в неограниченных количествах. После активации вы успешно продаете оставшиеся 8 ключей. Сумма бюджета составляет 10 400 рублей.
Через 12 дней после вступления в проект вы приобрели ключ Key3. Так же, как и вам, через 12 дней после вступления он понадобится 64 участникам третьего уровня вашей сети. Всего через 24 дня после вступления вы получите 64 заказа на ключ Key3. Как прежде, создание ключей текущего уровня ограничено. Доступно 33 ключа. Сумма прибыли от продажи 33 K3 составит 105 600 рублей. Из этой суммы вы инвестируете средства в покупку последнего, завершающего ключа K4. Стоимость K4 – 51 200 рублей. Активация 4 уровня позволяет продать оставшиеся ключи K3 и получить 99 200 рублей прибыли. После перехода на 4 уровень сумма чистой прибыли составит 164 000 рублей. Теперь программа позволяет неограниченно генерировать и продавать любые ключи. Вернемся к сетевой структуре. 64 участника третьего уровня приглашают в сеть по 4 партнера. Именно для этих 256 участников вы будете продавцом ключа K4. Так же, как и вам, через 24 дня им понадобится ключ 4 уровня. Это значит, что через 48 дней после вступления в проект вы получите 256 заказов на ключ K4 и уже без ограничений сможете их продать. Через 48 дней вы получите 256 заказов стоимостью 51 200 рублей за каждый ключ. Всего на 4 уровне вы заработаете 13 107 200 рублей, а общая сумма дохода составит 13 271 200 рублей. Знаете ли вы еще хотя бы один способ получить 13 миллионов рублей за 48 дней? Вы не найдете ни одного проекта, ни одного инвестиционного пакета, позволяющего за такой короткий срок при вложении всего в 400 рублей получить подобные деньги. Система ProCom.LM полностью автономна. Вся информация об участниках и их взаимодействии хранится только в электронных ключах. У проекта нет единого сайта и нет сервера. Данные о сетях хранятся у участников проекта. Они и образуют единую информационную базу. Выход из проекта одного, двух или тысячи участников никак не влияет на его работу. В проекте нет единого счета, никто не сможет распоряжаться вашими деньгами. Деньги участников находятся на руках или на собственных счетах. Система сама зарабатывает за вас. Все, что нужно, работать по простому алгоритму. ProCom.LM подходит каждому независимо от возраста, навыков и свободного времени. Алгоритм работы гениально прост. Самое главное для участников – это участие. Не нужно менять распорядок жизни, работу, специально выделять время и тратить его на обучение. Проект можно совмещать с основной работой или учебой. Для участия в проекте ProCom.LM нет никаких ограничений. Обработка заявок и продажа ключей занимает совсем немного времени. Для расчета был принят средний параметр – 4 партнера за 4 дня. При должной активности можно получить большую прибыль и, возможно, даже быстрее. А теперь вспомним о недремлющих скептиках, которые всегда и во всем видят неудачи и подвох, а также постараемся разубедить их в нелогичности возможных противоречий. Это не MLM, это финансовая пирамида, и это незаконно. ProCom.LM – классический сетевой проект. Товаром в данном проекте являются электронные ключи. Каждый ключ имеет индивидуальный цифровой код. Даже миллиардная комбинация не позволит создать такой же ключ. Каждый созданный кей является авторским, подходит только к одной программе, зашифрован и защищен от взлома. Участниками проекта продается и приобретается частная интеллектуальная собственность. Проект полностью легален. Нет, таких денег не заработать. Нужно слишком много людей. У структуры ProCom.LM четырехкратный множитель и всего 4 уровня. Это значит, что одному участнику надо найти всего 4 партнера. Это действие должно повториться всего 4 раза. После этого вы миллионер. По данным Рунета, более 16 миллионов россиян состоит в различных MLM-компаниях, сетевых проектах, трудятся в иностранных компаниях с сетевым принципом продаж. Все они потенциальные клиенты, не говоря уже о новичках. Структурный множитель, принудительная блокировка уровней программы, стоимость ключей всех уровней, полная защищенность и независимость – все это математически продуманный алгоритм работы. Все параметры учли опыт работы предыдущих проектов. Я не хочу вкладывать 400 рублей. Мне нравится заработок с начальным вложением. 400 рублей можно потратить на что угодно. Купить немного еды, несколько пачек сигарет, пару литров пива или бутылку вина. Можно выпить кофе, сходить в кино или проехать на такси. Миллионы людей делают подобные траты каждый день. Деньги оседают на счетах табачных фабрик, бизнесменов, иностранных компаний. Подобные траты воспринимаются как должное и ни у кого не вызывают подозрений. За 400 рублей вам предлагается готовая идея, готовый шаблон действий, при помощи которого вы можете разбогатеть.
Деньги обычных людей, вместо того, чтобы попасть в банки и крупные корпорации, вернутся к этим же людям при помощи закона иерархии. Я не хочу никого искать и приглашать в проект. Да мне и звать некого. Чтобы заработать 13 миллионов, необходимо только два действия – вступить в проект и пригласить 4 партнеров. Это все, что нужно. 400 рублей – незначительная сумма. Приглашение 4 партнеров тоже не является сложной задачей. К тому же, искать вам никого не придется. Достаточно показать это видео 4 знакомым или незнакомым людям, и вы увидите, как быстро они превратятся в ваших партнеров. Даже если кто-то из потенциальных участников откажется от проекта, покажите это видео еще несколько раз. Отправить ссылку предельно просто. Никаких каталогов, назойливых писем и предложений, просто порекомендуйте посмотреть видео. Чем больше показов, тем больше партнеров в вашей сети. Такие проекты уже были, мы это проходили. Такие проекты были, есть и будут. Все лучшее в нашей жизни – приходящее и уходящее. Как и все былое, прок-млм не вечен. Рано или поздно он переполнится, станет устаревшим, неактуальным и прекратит свое существование. Но до этого тысячи людей получат гарантированную прибыль. До этого времени любой может взять от прок-млм максимум. Не нужно быть каким-то особенным. Все, что требуется – совершить два простых действия – вступить в проект и позвать 4 партнеров. А скептики и дальше могут находить причины для того, чтобы оправдывать свое бездействие. Как сказал Бодо Шофер, у каждого человека есть финансовый план. Если у вас нет финансового плана богатства, значит, у вас есть финансовый план бедности. Не надо ждать, когда события и обстоятельства определят ваше место в жизни. Ваше будущее ничем не определено. Вы будете достойны только того, что выберете сами. Все ограничения только в уме. Именно сейчас, возможно, единственный раз в вашей жизни, вы находитесь в нужном месте и в нужное время. Приобретите стартовый пакет, найдите всего 4 партнера. Выполните минимум, все остальное произойдет на автомате. И помните, чего бы вы ни хотели и о чем бы вы ни мечтали, вы достойны только результата своих действий.